Всем привет, с вами Иван Кажи. Сегодня у нас будет очередной обзор сравнения. Мы попробуем два известных, похожих друг на друга, как две капли воды, напитка. Противостояние Pepsi-Cola и Coca-Cola продолжается в лимонно-лаймовых напитках. Контора PepsiCo выпускает напиток под брендом 7-Up. Компания Coca-Cola выпускает напиток под брендом Sprite. Оба они имеют лимонно-лаймовый вкус, зеленый одинаковый цвет бутылки. Ну и что-то по дизайну приблизительно похожее есть. Я думаю, многие из вас пробовали эти напитки, ни для кого это не станет новым каким-то откровением, но я со своей стороны скажу, что именно одновременно два их я ни разу не пробовал. Вы заметили, что у нас разный объем бутылочек, вот, ну, в принципе, это такой небольшой намек на то, что я беру чаще. Вот, ну, теперь давайте попробуем. Начнем с 7-Up'а. Сейчас я быстренько начислил стаканчик. Вот, вообще нормальная идея с обзором сравнения. Я так понял, и вам эта тема нравится. Вот, был у нас обзор Миринды против Фанты. Вот, да, по-моему, ну, Пепси-Колу и Кока-Колу я не сравнивал еще. Я не знаю, стоит ли такое делать. А может, сравнивал, я уже просто не помню. Так, спрайтик аккуратненько. Вообще, если так вот сравнить все вот эти напитки, то я уже говорил миллион раз, у меня самое любимое это вот вообще кола. Люблю колу и беру ее чаще всего. Вот, ну что ж, два прозрачных напитка, то есть как вода, цвета никакого дополнительного с красителя не имеют. По запаху тоже, если вот так. Ну, немножко, может быть, и отличается по запаху, но в любом случае он ассоциируется с лаймом и с лимончиком. Вот, ну что ж, давайте, наверное, начнем с 7-Up. А 7-Up так вкуснее. Или я не распробовал? Тяжело сравнивать вот белое с белым. Ну вы знаете, вот я как-то не заморачивался раньше. Вот, в целом, вот если их пробовать по отдельности, вот что-то лимонно-лаймовое, что-то лимонно-лаймовое. Но вот когда ты пробуешь одновременно, вот разница все-таки между ними есть. А 7-Up, мне кажется, он более приятный, вот более мягкий какой-то вкус у него. Вот, и мне кажется, он чуть послаще. Ну да, вот получается, что спрайт, он, у него больше кислинки. То есть, ну как бы лимон лайм, он и должен быть кисловатым. 7-Up на его фоне более мягкий и чуть послаже. Вот что кому нравится, я не знаю. Но в целом, вот если пробовать два, то мне больше 7-Up сейчас понравился. Но если вы будете их пить по отдельности, то вы не поймете, о чем я говорю. Напитки все равно очень схожи между собой. Оба напитка, грубо говоря, с одной корзины очень похожи друг на друга. Но если пить их одновременно, то 7-Up выигрывает тем, что он более мягкий, более сладкий. А спрайт имеет менее сладкий, но более кисловатый такой лимонно-лаймовый вкус. Попробовав их одновременно, я предпочтение даю 7-Up. Хотя повседневно я чаще беру спрайт. На этом у меня все, с вами был Ван Кажи, надеюсь, вам понравился этот видос, не забудьте поставить ему лайк, также подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Пишите комментарии, мне интересно ваше мнение и приятно с вами пообщаться. До новых встреч, всем пока!